Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, попьем чайку и поболтаем? Я художница Ксельма, и как раз мое видео будет не дольше, чем одно чаепитие. То есть доброе утро или добрый вечер, все зависит от того, когда вы решили посмотреть мое видео. Пьем чай. А я расскажу вам о своих свежих работах. Одно дело, когда я фотографии выкладываю или пишу текст, а совсем другое, когда снимаешь видео. Я готовилась к выставке, и получились у меня работы в одном стиле, одного формата. И они составили как бы такую серию, которая передвижная. Небольшой формат позволяет легко перевозить и не занимает много места. Итак, первая работа. Она очень хорошо меня характеризует. Это картина. Оригинал ее крупный. А данный размер как офисный лист, то есть формат А4. И вместе с рамой немножко здесь добавим, получается 24 на 33 сантиметра. Барышни в сиреневом саду. Такой сюрприз, небольшой презент для коллеги, соседки, маме можно послать, так как небольшой формат, легко по почте пересылается и не такой тяжелый, не так дорого это будет стоить. Смотрим, запоминаем. Итак, еще две работы в белой раме. Это белый мишка. Все работы я решила выполнить с белой каемочкой, окантовка, как паспорту. Тогда картина выглядит собранной, аккуратной, воздушной, легкой. Вот, обратите внимание. Сама картина в таком сером, в серых оттенках. Девушка-кошка. Здесь мы будем озорничать. Веселая такая работа. В розовой раме. Розовая рама ей дополняет такой индивидуальности. Она не мешает. Розовый хорошо сочетается с серым. И это также горизонтальный формат. Так, смотрим. Персонаж рыжеволосая зая. Тоже здесь белая каемочка есть. Персонаж веселый. Подойдет подружке подарить. Так как это картина принт, принт на бумаге, она экономически не, она выходит как не дорогостоящая, а такой вполне все могут себе позволить в любой дом, в любую квартиру, в офис. Итак, зеленый мишка. Это горизонтально расположена работа и персонаж тоже. Розовый здесь как противоположный оттенок, но эти
цвета холодные, они друг друга тоже поддерживают и дополняют. Еще одна работа в белой раме. Зайка с розовой подушечкой. Такая тоже озорная, веселая. Но в том же формате сделана. Напоминаю, это у нас формат А4. Белая каемка, как паспарту. Выглядит стильно, аккуратно. Собирает всю композицию в одно целое. И получается, если вы такой подарок преподнесете вместо обычных безделушек, это там у нас вазочки, цветочки. Цветочки могут высохнуть. А картина — это у нас уже арт-объект. Несмотря на то, что это у нас картина, принт, репродукция. Но заходите в гости ко мне на Facebook с чашечкой чая и можете посмотреть оригиналы тех же самых картин и посмотреть, что у меня есть еще отличное, допустим, отличается от этой серии. Итак, приятного чаепития, хорошего настроения. Всем пока!